Здравствуйте. Это второе видео из цикла «Старые видео». В этом видео вы увидите, как сделать еще один мега-супер-ультра-охрененный резинкострел. Приятного просмотра. Всем привет! Сегодня мы будем показывать вам еще одну разновидность резинкострела. Мы ее еще называем двухстволкой. Для этого резинкострела нам понадобится одна линейка не менее 15 сантиметров и три биндера. Сейчас мы вам будем показывать, как его заряжать. Вот и все. Потом просто натягиваете и можете сразу двумя стрелять. Сейчас мы покажем, как он стреляет. Хорошо стреляет. Можете по отдельности стрелять, а можете сразу двумя. Если стрелять по отдельности, то сначала больше. Ну вот и все. Вот резинкострелы, которые мы сделали. Я думаю, что у вас все получится. До скорой встречи.